Они везли провизию для украинской армии, но заблудились и оказались на территории, подконтрольной ополчению. Этих волонтеров Западной Украины задержали на одном из блокпостов под Луганском несколько дней назад. Это не военнопленные, это волонтеры, которые попали сюда случайно, волей судьбы заблудились. Следовательно, никаких мер мы к ним применять не будем. А как только мы установим прямой контакт с Киевом или же с представителями Украины, так мы их и передадим. То есть самое простое, мы можем просто посадить на автобус, но тогда мы не ручаемся за то, как они доберутся. А если мы взяли на себя ответственность соответствующую, то мы их и доставим. Передадим непосредственно из рук в руки. Все, вот здесь будете жить. Размещайтесь. Ваша кроватка, ваша. Присаживайтесь. Большая комната, трехразовое питание. Условия у задержанных в общежитии не хуже, чем у ополченцев, живущих по соседству. Как с вами обращались здесь, когда задержали? Ну, нормально, отлично. Ну, как, дома лучше, конечно, но мы удивлены нормальным отношением. Это Стаханов, город в 60 километрах от Луганска, который каждый день бомбит украинская армия. Ополченцы проводят для гостей экскурсию по руинам. Ракеты «Ураган». Вот этот ракеты «Ураган», вот такие вот осколочки, сделали подарок Порошенко. С Попасной, с мельницы стреляли. Вот человек принес вот этот осколок показать нашим товарищам, которые приехали. Телевизор показывал, что это террористическая операция. Здесь террористы. А это на самом деле? Граждане Украины. Украинские СМИ говорят о том, что здесь российские военные, мы не наемники. Мы не видели российских. Я лично не видел. И, ну, я за себя скажу, я не видел российских войск. Ни российских войск, ни наемников с Кавказа волонтеры так и не увидели. Говорят, после такой экскурсии в корне поменяли представление об этой войне. А по возвращению домой готовы заниматься уже не волонтерской деятельностью, а агитационной. На сегодняшний день еще не знаю как, но надо как-то это прекращать. Ну, если моя маленькая будет какой-то возможности, скажем, ну... Моя участь что-то поможет для остановления этой войны. Я готов. За судьбой волонтеров активно следят в Киеве. Известный украинский политик Оксана Белозир уже связывалась с бригадой «Призрак». Переговоры об освобождении продолжаются. По словам ополченцев, обмен случится после того, как удастся уладить все детали. Сергей Давыденко, Антон Самойлов, Life News, Алчевск, Луганская Народная Республика.